Я ждал этого дня. В прошлый раз, когда была у нас встреча, тоже мы говорили, это очень приятно развивать туризм. И всячески все, что от нас зависит, мы сделаем. Еще раз добро пожаловать. Сегодня, 31 марта, состоялась встреча муфтия Республики Дагестан шейха Ахмада Афанди с делегацией из Республики Узбекистан, прибывшие в духовенство под руководством советника председателя Госкомитета Узбекистана по развитию туризма Уткира Саидова. Целью визита стало сотрудничество в развитии религиозного туризма двух республик. В ходе беседы стороны отметили, что налаживание и развитие туристических отношений позволит продемонстрировать богатое историческое природное наследие и популяризировать культовые сооружения и святые места Дагестана и Узбекистана. Мне очень приятно встретиться с вами, потому что у меня личный такой ихлас, мухабба был, когда я учился в Волгоградской исламской академии студентами из Дагестана. Вас много слышал заочно. И у меня была такая мечта, личная такая в душе, встретиться с вами.